Новости из мира животных. Своеобразные спа открыли для себя обитатели красноярского заповедника «Столбы». Камеры фотоловушек засняли сибирских хищников, спасающихся от летней жары. В глухих чащах сейчас зреют лесные ягоды. Малина и черника – одни из излюбленных лакомств косолапых. Их и искали медведица с медвежатами, пока не набрели на прохладный водоем прямо под объективом фотокамеры. Жаркая сухая погода сохраняется в регионе больше 3 недель. А такие дикие купальни, по словам специалистов, настоящее спасение для животных. Ранее фотоловушки заповедника сняли как грязевую ванну, принимал барсук, который большую часть жизни проводит в подземных норах и которого почти невозможно встретить на поверхности, даже в дикой природе.